Здравствуйте, мы находимся в ресторане «Боцман» в Упертале. Я вам покажу, как готовить салат «Гранатовый браслет». Нам необходимо гранат, зелень. В зелень входит петрушка, укроп, морковка, свекла, капуста, плюс масло подсолнечное и майонез оливковый. Сначала мы берем нежирную свинину, нарезаем ее соломкой и обжариваем на растительном масле. Наливаем в сковородку масло, грамм 50. Затем ложим мясо в сковороду и начинаем обжаривать. Посолим. И перемешаем. Пока мясо жарится, мы приступим к обжариванию картофеля, нарезанным соломкой. Масло растительное накаливаем и ложим картофель. Мы довели картофель до готовности и мясо, и сейчас мы будем собирать наш салат. Мы укладываем горочкой картофель. Также укладываем обжаренное мясо рядом возле картофеля, тоже так же горочкой. Также берем капусту, укладываем ее возле картофеля горочкой. Мы также берем возле мяса, укладываем горочкой морковь. Дальше мы ложим свеклу возле морковки. Теперь мы берем порубленную зелень, петрушку, укропчик и точно так же ложим горочкой. Точно так же ложим горочкой. Теперь берем последнее. Теперь у нас заключительная часть. Это у нас гранат. Мы его укладываем в середину. Салат поливаем майонезом, перемешиваем и подаем на стол. Приятного аппетита!